Поправки к бюджету 2016 года парламентарии одобрили на заседании Комитета по законодательству и правопорядку Губернской думы. Так, к примеру, утверждены расходы на предоставление муниципалитетам субсидий на формирование и поддержку добровольных народных дружин. Всего 35 миллионов рублей. Еще 30 миллионов рублей на завершение строительства в Новокуйбышевске дома правосудия. Главный финансовый документ региона по-прежнему социально ориентирован. Это значит, что определены статьи финансовых трат останутся неприкосновенными. Речь идет, конечно, и о работе полиции, речь идет о работе общественных организаций, речь идет о бесплатной юридической помощи. На все это финансирование однозначно будет произведено. Другое дело, что в какой-то мере, может быть, не вполне достаточно, но над этим будем работать. Бюджет будет корректироваться в течение года.